Здравствуйте, коллеги, жюри Golden Time Talent. Работа под названием «Геркулес» писалась через имприматуру, цветовую основу, чтобы было легче выдержать отношения наносимых красок. Моя картина – это уникальный симбиоз художественных материалов и техник, а именно – яркие флуоресцентные краски, масло, золотая поталь, которая подчеркивает величие и благородность царя зверей. Макушка гривы выполнена мазками и мастихином в технике импаста, когда краски накладываются на полотно густо, плотным слоем. Данный эффект добавил рельеф гриве, придал скульптурное качество живописи и сакцентировал формы шерсти. Уникальность работы в ее восприятии днем и ночью. В светлое время суток картина переливается различными благородными теплыми оттенками. Ночью происходит волшебство, и работа светится. Флуоресцентными красками проработана окантовка и ключевые места в картине.